Император Клавдий правил с 41 по 54 год. Видите, о чем сообщает Светоний? Он, как историк, все собирал, так сказать, скрупулезно эти сведения и пишет, что, оказывается, в 40-х годах, в конце 40-х или в начале 50-х, Клавдий издавал указ. Интересный указ. Иудеев, постоянно волнуемых Христом. А мы знаем, какие волнения происходили, когда вот апостолы, помните, Деяния апостолов читаем, что там начиналось, когда апостол проповедовал, провел Христа. Даже язычники принимают спокойно, а обязательно находятся иудеи, которые возбуждают весь народ, и начинается. И камнями побивают их, и изгоняют, и так далее. Ну, в отношении вот то, что Христом, постоянно волнуем Христом, то это, так сказать, некоторые считали, что это не о том идет речь. Но это чепуха. Это просто группа хри, она легко при словесном, так сказать, произнесении могла легко быть. Хри, хре. И до сих пор во французском языке христиане называют кретьян, а не критьян. Вот. Так что здесь это не имеет никакого значения. Я не привожу вам даже полемику, не хочу приводить по этому вопросу. Она очень несущественна. Вот второе интересное место, которое находим у Светония, это в жизнеописании императора Нерона. Перечисляя положительные с точки зрения Светония деяния Нерона, он пишет, что были, цитирую, наказаны христиане, приверженцы нового и зловредного суеверия. Видите, как они оценивают? Опять тоже зловредное суеверие. Другого названия они не могут найти. Опять-таки, это Нерон. Это 60-е годы. И еще у него есть одно сообщение. Светоний пишет, что любил он, император Клавдий, и Феликса, которого поставил начальником когорт и конных отрядов в Иудее. А в книге «Деяний» как раз упоминается об этом Феликсе. То есть, видите, нехристианский историк, для которого христианство – это зловредное суеверие, какие детали, вдруг сообщает, какие детали, которые полностью согласуются с книгами Священного Писания. Любопытные сообщения находим у Иосифа Флавия. Это иудейский историк. От него осталось частное сочинение «Иудейские древности», которое написано около 93-го года. Есть тут две версии этого текста. Две версии. Я вам зачитаю вторую версию. Вторую, как уже не вызывающую никаких сомнений. Вот она как гласит. «В то время был человек мудрый, именуемый Иисусом, жизнь которого была совершенной. Его добродетели нашли общее признание, и многие евреи и язычники стали его учениками. И Пилат, пожалуйста, упоминает имя, Иисус, Пилат, осудил его на крестную смерть, и те, кто стали его учениками, проповедовали его учение. Они утверждали, что он явился им живым через 3 дня после его мученической смерти. Быть может, он и был тем мессией, о котором пророки рассказывали чудеса». Правда, в первой версии, которая, кстати, всюду была известно. Это только вот я вам зачитаю эту арабскую версию X века. А во всех древнейших версиях написано, «Он опять явился им живой в 3-й день, как пророки Божии предсказывали об этих и многих других относящихся к нему делах». Видите как? Ну, споры тут идут по поводу того, как мог написать Флавий. Утвердительно, что он явился живой, или как ученики рассказывали.
Я вам скажу, для нас это не столь важно. Важен сам факт по себе этого свидетельства о Христе как исторической личности, о его казни Понтием Пилатом, о том, что уже пишут о его воскресении, о гонении на его учеников, что ученики это проповедуют. То есть полная согласованность с текстами Священного Писания. В отношении же того, что как мог Иосиф Флавий написать о том, что он опять явился живой, утвердительно, разные есть предположения, но мне кажется вот так. Помните, Никодим приходил ночью к Иисусу Христу? Почему? Страха ради иудейского. Приди днем, увидят, и от синагоги отлучат. Очень возможно, что Иосиф Флавий, очень возможно, тоже тайно сочувствовал, а может быть, даже и верил Христу. Говорить об этом никогда не говорил. Но написать написал. Перед смертью написал. А теперь уже поздно, я уже умер. Вы меня не тронете. Понимаете, очень возможен вот такой вариант, что страх ради иудейский он во время жизни не перешел в христианство, а все-таки в своей истории написал об этом. Ну, для нас это не столь уже важно. Любопытно, знаете, еще есть, что в иудейских этих древностях Иосифа Флавия сообщается следующее. Первосвященник Анна собрал суд и поставил перед ним брата Иисусова, называемого Христом по имени Иакова, и некоторых других, которых обвиняли в нарушении закона, и приказал побить их камнями. Вот так. То есть то, что мы находим в христианских свидетельствах. Сообщает об Иоанне Крестителе, называет его праведным мужем. И рассказывая о его казни, Иосиф добавляет, что происшедшее вскоре после этого гибель войска Иродова была, цитирую, «Божиим наказанием Ироду за смерть Иоанна». Видите, даже об Иоанне Крестителе сообщает. Видите, какие вещи любопытные. Должен сказать, что и в Талмуде есть упоминание о Христе. Ну, Талмуд – это громаднейший свод еврейских писаний. Вот у нас в библиотеке стоят 12 вот таких томов огромных. Вот. И там тоже кое-где есть упоминания о Христе. Правда, не всегда невнятные, но достаточно понятные. Эти упоминания проникнуты ненавистью ко Христу. Христос называется еретиком, который свел Израиль с пути истинного. Пусть имя его и память о нем искоренятся. И вообще много вот таких, так сказать, высказываний крайне отрицательного характера, да, находится там, что он делал себя Богом с помощью магии и украденного имени, который произносил только первосвященник раз в году. Он творил чудеса. Сказано, что он был повешен накануне Пасхи, потому что предался чародейству. Сказано даже, что он был царской крови. Главное обвинение в том, что он исказил еврейскую религию и объявил себя мессией. Есть более поздние уже свидетельства, но это уже более поздние. Уже это II-III век. У того же Цельса, против которого писал Ориген, у Порфирия. Эти упоминания есть, но они уже более поздние. Это уже конец II века, Лукиана Самосадского. Есть даже у Юлиана Отступника. Вот так, друзья мои. Это то, что касается исторических свидетельств об Иисусе Христе.
Видите, они есть. Значит, они источником своим имеют не только христианские свидетельства, а источником являются подчас враждебные, даже совершенно враждебные по отношению к христианству. То есть историческое существование Иисуса Христа не вызывает никаких сомнений с точки зрения научной критики. Кстати, скажу вам, что, например, о Сократе сохранилось всего два свидетеля. Платон и, по-моему, Ксенофан, кажется. Но самое любопытное, что только у двоих. Причем их оценки Сократа и свидетельства о нем очень и очень отличаются друг от друга. Очень. Видимо, отношение к нему было разное. Может быть, не все каждый из них знал. Трудно сказать. Но я о чем хочу сказать? О чем? Никогда и ни у кого не возникало сомнений в том, что Сократ был. Хотя всего только два свидетельства и очень праворечивых по отношению друг к другу. Кто же сомневается, что Сократа не было? Здорово, правда? О Христе колоссальное количество. И я вам скажу, что вот вы имеете в виду, что это надо вот знать. Потому что не так давно я получаю письмо, в котором одна женщина пишет о своем образовании, образованное, все, и прям просит, да, сказать, вот мне, пожалуйста, подскажите, я не знаю, где и как найти ответ на вопрос о том, мне говорят, что Христа не было, что это миф, что это просто личность, которая не существовала. Представляете, какие вещи? Ну, это, видимо, отголоски недавнего атеистического прошлого.